На Коренёвском карьере прошли необычные соревнования. Первый в истории Подмосковья турнир по баскетболу на воде. Командные состязания задумала и провела Люберецкая федерация баскетбола. Игры проходили в формате 2 на 2 на плавающей платформе. Спортсменам приходилось не только бороться за мяч, но и подстраиваться под непредсказуемое поведение площадки. Играем на воде, что происходит, наверное, это вообще в России впервые, мы такого не встречали. Когда уходит из-под тебя площадка во время на воде, это что-то непередаваемое, это новые эмоции, мы для себя что-то получаем новое, делаешь движение в одну сторону, мяч уходит в другую, но все получают удовольствие, новый опыт для себя.